Последние наставления перед экзаменом получают 19 выпускников Сухумского высшего общевойскового командного училища. В руках у них конспекты по общей тактике. Более 45 дисциплин изучили эти ребята за 4 года, чтобы дойти до финального госэкзамена. Я прекрасно помню данных курсантов, когда они сюда поступали. Более 50 личных дел было принято, но на первом курсе было их 45 человек. Также были допущены приказы министра обороны. И сегодня, по истечении 4 лет, у нас 19 выпускников. А все остальные были отчислены либо по неуспеваемости, либо по недисциплинированности. Сегодня я горжусь нашими выпускниками. И надеюсь, что последний государственный экзамен они сдадут на хорошо и отлично. И им будет присвоено первое офицерское звание. И мы с гордостью, с радостью им будем вручать дипломы государственного образца. Общевойсковая тактика – самый важный и сложный экзамен для курсантов. Теория исследует характер и содержание боя, способы его подготовки и ведения совместными усилиями подразделений и различных видов вооруженных сил. Кроме того, дисциплина охватывает деятельность командиров, штабов и войск по подготовке и ведению общевойскового боя. Ну, сегодня очень знаменательный день для всех выпускников СВОКУ, так как сегодня последний государственный экзамен. Позади уже прошли 2 экзамена, это строевая подготовка и ФИЗО. Не сказать, что было легко сдать, это так не скажешь, конечно, но трудно было, все постарались, и вот подошли к последнему окончательному дню, к тактике. Все готовы, все старались, учили, и все надеются, что хорошо, удачно сдадут этот экзамен. И вот комиссия готова к приему госэкзамена. Заходит первая пятерка курсантов, тянут билеты. Всего их 25, по 4 вопроса в каждом. На подготовку полчаса. В небольшой классной комнате ни списать, ни у товарища совета спросить не получится. Судя по сосредоточенным лицам и исписанным листкам, на это курсанты и не рассчитывали. Учили. С получением боевого приказа, боевого распоряжения командир батальона уясняет ее, определяет мероприятия, которые должны быть проведены немедленно, производит расчет времени, ориентирует своих заместителей, дает указания начальнику штаба, оценивает обстановку, единолично принимает решение, докладывает свое решение начальнику. 15 минут и готово. Первый курсант сдал экзамен по общевойсковой тактике. Свою оценку он пока не знает, но выглядит заметно счастливее товарищей, которым госэкзамен еще предстоит. Было трудно, очень трудно было, потому что я первый волновался очень сильно. Но надеюсь, уже сдал дальше, уже думаю остаться в войсках, работать дальше. За 4 года мы прошли очень многое. Благодаря офицерам мы достигли возможного. Уже в дальнейшем от нас зависит все, наша судьба. И мы думаем, что не подведем никого. Через 2 дня состоится заседание комиссии под председательством первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Беслана Цвижба, где будет рассмотрен вопрос о присвоении выпускникам их первого воинского звания лейтенант. Дальше распределение и подготовка к торжественному открытию парада в честь 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Надежда Боровикова, Тур Никамичба, Абаза ТВ.